Всем привет! Вы на канале Пластилин. В этом видео я расскажу, как очень просто сделать конверт из бумаги за пару минут. Итак, берем лист бумаги А4, складываем его пополам. Затем еще раз пополам. Загибаем уголки. Далее загибаем по линии и делаем все, как показано на видео. Делаем кармашек. Ну вот и все, наш конверт готов. В нем удобно хранить различные записки, также в такой конверт можно положить деньги и подарить другу на день рождения. Друзья, всем спасибо за просмотр, как всегда ставим лайки, оставляем комментарии, не забываем делиться этим видео с друзьями, дальше будет еще много интересного.